पिता की श्री जी राज महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन महापुर धाम की जय गौर प्रेमानंदे जय निताय गौर प्रेमानंदे Просили преданные тоже два слова сказать. Я думал, о чем сказать, и понял, что надо сказать о святом имени. Интересная есть книга Примавиварта Джигадананда Пандит. Он делает высказывание одно удивительное. Знаете, кто такой Джигадананда Пандит же, да? Кто был в Пуре, он помнит о нем. Никогда не забудет баклажаны, да? И Джигадананда Пандит — это возвышенный преданный Сатьябхама в Кришна-лиле и Джигадананда. Была одна история. Джигадананда, он пришел к Санатане Госвами. Санатана Госвами сидел такой. Вот, и у него на лбу такая красная тряпка была. Вот какая-то одежда. И Джигадананда, он так любил читание Махапрабху. Он говорит, Санатана, это у тебя кусок одежды от нашего Махапрабху? И Санатана сказал, нет, говорит, это один Майвади оставил, я вот надел. И Джага, он просто проявил такой гнев. У него вначале глаза такие набухли, потом покраснели, щеки, кулаки сжались. И говорится, он набросился на Санатану Госвами, он стал кидать у него горшками какими-то. Вот как ты мог, как ты мог, как ты мог вообще надеть одежду какого-то саньяси, майвади себе на голову. И Санатан, он сидел, улыбался все это время, он думал, наконец, говорит, жизнь моя достигла успеха, я увидел твою любовь к Господу Читания. Я, говорит, этого ждал, говорит, вот посмотрите. И мы открыли наш центр сегодня, праздничный, Гаура. Хари-хари-во! Я надеюсь, что этот центр предназначение, чтобы наша любовь к Господу Гауре, Господу Читания, она возросла и стала такой же сильной, как у Джигананды Пандита. Хотя мы вот. Поэтому это очень важно для этого, чтобы мы могли собираться вместе. И Джигананда Пандит, он говорит, что только одно святое имя может излечить от нама апарадхи, никакое другое лекарство не подействует. Дальше он объясняет, насколько важно именно воспевать святое имя не просто на улице и на харинамах, а тоже очень важно воспевать святое имя в кругу преданных. В кругу преданных, которые тоже пришли повоспевать. И я надеюсь, вот в этом центре у нас будет очень много воспеваний, много гор-катхи. Вот. Мало политики и праджалпы. Если это все зависит от нас, это наш центр, как мы здесь все создадим, как мы все здесь будем делать, как мы себя будем вести и таким же образом. Здесь-то и такая будет атмосфера, и такие люди будут сюда привлекаться. Если будет здесь воспеваться святое имя, тут будут привлекаться люди, которые хотят воспевать святое имя. Вот. Если будет идти Кришна-катха, сюда будут приходить люди, которым интересно Кришна-катха. Все остальные, они могут заняться праджалпой там на улице. Поэтому я очень, на самом деле, благодарен и рад, благодарен преданным, которые посвятили, так сказать, свое время здесь. И пока мы были на океане в Джигананд-Хапуре, плескались, ели махапрасад, молились за всю ятру на берегу океана. Здесь преданные очень тяжело трудились, они дышали и краской, и звездкой, и все мы приходили, субботники были. И я надеюсь, этот центр, он сделает какую-то, мне кажется, такую историческую веху в развитии нашей петербургской ятры. И я предвижу, если мы будем очень мощно проповедовать, то ятра увеличится количество человек. Вот уже к лету, я думаю, нам здесь будет тесно. Но это хорошо, поскольку это, я надеюсь, не единственный центр, который мы построили, который мы отремонтировали. Где мы будем воспевать. Сичитани Махапрабху ки. Очень важно, как воспевать святое имя. У меня в Джигананд-Хапуре было небольшое откровение, что самое важное — воспевать святое имя, знать его перевод. Знаете перевод святого имени? Какой перевод? Урадха, о Господь Кришна, дорогие, займите, пожалуйста, меня преданным служением вам. Займите меня преданным служением. Это самое важное. Не просто мы красиво поем или громко орем. Вот. Почему-то преданные, они думают, чем громче крикнешь, то тебя Кришна услышит. То есть, если так крикнуть, чтобы вообще вылетели окна, это вообще самый экстаз. Важна чистота воспевания. То есть мы должны молиться, чтобы Господь занял нас служением себе. И таким образом произойдет какая-то перемена на уровне Ичха-Шакти, на уровне сердца. Должна быть молитва.
Поэтому будем учиться здесь, в этом центре. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Харе.
Good night.
рассказать небольшую такую лилу, которая с этими инструментами произошла в аэропорту. Вот. Когда мы их везли, там, во-первых, у нас был перевес большой. Вот. Ну, в общем, как-то по милости у нас все там таможенники встречались из Матхуры и нас пропускали. Вот. Мы пошли в ручную кладь с двумя бридангами и с гармошкой 17-килограммовой. То есть это был реальный перевес, и вообще мы просто молились там, Боже, думаю, Господь, ну как, давай, пропускай как-то. Вот, то есть мы прошли, и самое интересное было у нас как, ну, мриданги, потому что под сиденье не влазили, туда тоже не влазили, как бы в самолете, ну, неудобно было бы. Вот, и что вы думаете? Весь самолет был забит, но у нас летела первая группа 5 человек, и из 5 у троих, ну, везли мриданги. Вот. И у всех тех, кто вез мриданги, вот мы сидели там по 3 места было, с одного края и со второго. Вот. И все, у кого были мриданги, все сидели с краю к проходу, возле окон были заняты места, и у всех посередине, в конце, когда уже самолет поехал, оказались свободные места. И мы были в шоке. Мы посадили туда Господа Балараму, пристегнули и сказали: «Харе Кришна, поехали домой». Вот, то есть вот тогда я реально, ну, вот такое понимание пришло, что, ну, это все не... Ну, не просто там дерево какое-то, ну, там, не знаю. А что это действительно Господь, который в роли Господа слуги. Вот. И я теперь смотрю на мридангу и по-другому смотрю теперь на нее. Вот. Спасибо всем преданным большое. Спасибо за ваши молитвы. Мы за вас тоже там молились. Омывались во всех, где только можно, молились за нас всех. Вот. И видите, вот благодаря тому, что у нас усилились воспевания, усилилась проповедь на бхакти-врикшах, к нам начали приходить вот там новое помещение, центр, да, много планов на проповедь. Вот. Нам нужно продолжать и усиливать желание проповедовать.